распаковка игры «Битва Голема». Посмотрим, какое содержимое ждет того, кто купит эту игру. Вот такая коробочка. Написано 8+, от 2 до 4 игроков, 10-15 минут на игрока. Просто робот, это кто его пускает. Сзади у нас есть компоненты игры, расписаны, какие у нас входят, и что может делать големчик. Это прототип, поэтому чуть-чуть дизайн может поменяться, издатель добавится, но в принципе коробочка будет примерно такая же. Так, ну и откроем, посмотрим, что внутри мы найдем. Так, ну, здесь у нас поле 4×4 из плотного картона. Далее 4 поля 3×3, которые вот так можно состыковывать по-разному и делать различные сценарии, различные игровые поля также. Карты. Карты големов. Их 5 штук. Различных. Голем с мечом, с копьем. Далее карту удачи, которая позволяет вам использовать, не использовать бонусы. Далее вот это у нас игровые карты, карты команд. Это у нас для желтого голема, для красненького голема, и синий, и зеленый голем. Теперь смотрим дальше, что есть. Жетоны поломок, которыми вы отмечаете и сломанные шестереночки, что ваш голем получил какую-то поломку в процессе битвы. Различные жетоны препятствий. Вот я вижу уже воду, бочки, стены. Здесь вот достаточно много, которые делают игру более разнообразной и позволяют вам создавать различные уровни. Так, ну, уникальная вещь для предзаказа, только до 4 июля, и для бумстартера, это дополнение логика. Вот здесь 8 жетончиков. Видите, или, ссор. Эти жетончики позволяют еще более усложнить игру и сделать ее более интересной. Ну и сами големчики. И у нас в прототипе вот такие синенькие, еще красненькие, желтенькие и зелененькие. То есть до 4 игроков. Так, и кубик. Он нам нужен для некоторых сценариев. Вот вся комплектация игры. Достаточно богатая, карт много. Карты с большими надписями, большими големчиками. Сразу понятно, какой цвет голема и какую команду он задает. Ну, и рубашка тоже. Сзади такая рубашечка на обычных картах команд. Такая рубашечка на картах удачи. То есть они отличаются.